Всем привет, это Free Studio 21 .com. Продолжаем разбирать тексты на ILTS. У нас никак не закончится книга Objective ILTS Intermediate. И на очереди у нас такой типичный экзаменационный текст History of Sports. Окей, разберем, посмотрим, что он собой представляет. Развитие спорта на протяжении всей истории может рассказать нам о большом количестве социальных изменений и о природе спорта как такового. The development of sports. Развитие спорта. Ну, здесь очевидно все. А вот это, throughout history. Здесь можно through the history было бы поставить. Это в течение или на протяжении всей истории. Далее can teach us. И teach, когда мы видим, мы сразу хотим это переводить как преподавать или учить. И в принципе это будет правильно. Научить или многому научить нас о социальных изменениях. Вот так это надо понимать. То есть teach завязано на a great deal. Вот это great deal, оно сюда относится. И далее уже about, ну и us, естественно, кого-то. То есть научить в большой степени или много, кого-то о социальных изменениях. Сначала вот это, потом вот это, потом вот это, а потом уже вот это. Далее Nature of Sports и далее вот это Itself можно понимать как, как таковой или собственно спорт, потому что до этого были Social Changes. Uh, sport basic Кажется, в спорте задействованы основные человеческие навыки, которые развивались и применялись ради них самих, по причине их просто существования, равно как и по причине их полезности. Итак, значит, seems, вот это a linking verb, оно абсолютно здесь, ну, как бы его можно вообще было не использовать. А можно было бы сказать it seems that, и дальше sports, sports involves и так далее. Это комплекс subject активный, то есть сложное подлежащее. Вот это involve, это по сути наш основной глагол. Но здесь он э, в форме инфинитива, потому что, опять же, мы поставили linking verb. Далее, basic human skills. Э, основные или базовые человеческие навыки. А далее что-то невероятное и вот все, начиная после skills, вот это being developed and exercised, и там еще чего-то. Что это вообще такое? Это все participle structure, или даже сказать можно, что это participle adjective, потому что оно все отвечает на вопрос, какой. И по сути играет роль прилагательного. Тогда, ну, возможно, у кого-то возникнет вопрос, а почему оно после существительного стоит. Ведь прилагательные это перед существительными стоят. Да, перед существительными. Это если они состоят из одного слова и не, скажем так, не имеют зависимых слов и не происходят от participle. Если они происходят от participle, то есть первого participle или второго, здесь это первый, просто он пассивный. Вот это being, его можно было вообще здесь не использовать и сказать просто skills developed and exercised for their own sake. Это тоже правильно было бы абсолютно. И при переводе мы, наверное, было бы очень здорово сюда вставить слово который, то есть человеческие навыки, которые развивались и использовались. Значит, слово exercise можно понимать как use, а можно понимать как practice. То есть, что значит использовать навыки? Ну, практиковать их. Поэтому и так, и так будет хорошо. Здесь exercise не в смысле упражнения. Здесь exercise в смысле использования. Далее, develop, развивать навыки, это очень логично. Обращаем внимание, что конструкция пассивная, то есть навыки сами по себе не развивались и не применялись, их применяли люди. Далее начинается вот здесь темный лес, for there, Own sake. Очень хочется подумать, что это ради людей применялись навыки, но human. Но human здесь прилагательное. И оно не может делать действия. Здесь skills главное слово. Это object, Объект, потому что subject у нас спорт. И дальше что-то там задействовать. А далее что задействовать? Basic human skills. Навыки которые, в свою очередь, являлись какими-то там. И поэтому for the sake, тем более the множественное число здесь, и skills множественное число, это явно относится к скиллам. Возникает вопрос, как это переводить. Что, ради самих скиллов, что ли? Ну, в принципе, да, это ради самих скиллов имеется в виду. Но посыл здесь такой, что их использовали, потому что они были. То есть человек умеет ходить, но он ходит, естественно. Он умеет бегать, поэтому он бегает. Ну и так далее, и так далее. Здесь вот такие скиллы имеются в виду, поэтому они basic. И равно как, as well as, очень хорошее слово, это для того, чтобы end не ставить. Можно говорить, что for – это ради, а можно говорить по причине, то есть because, по большому счету. И далее their usefulness, их полезность. Скиллов, опять же, полезность имеется в виду. This suggests that sport is probably as old as the existence of people, and that is what a useful way of people increasing their mastery of the environment. Это говорит нам о том, что спорт существует, наверное, столько же, сколько существуют люди. И это было, или он, точнее, спорт, был полезным способом которым люди увеличивали или усиливали свое господство над окружающей средой. Итак, предложение очень интересное. Значит, this suggests. Вот это suggests. Пусть нас не смущает, что здесь какое-то предложение высказывается что ли. На самом деле это по большому счету says. Это говорит о том, что. Каждый раз, когда мы видим такую фразу, теперь возникает вопрос: что такое this? This – это то, о чем была речь в предыдущем предложении. Вот то все – это this. То есть вот это явление, что использовали человеческие навыки, развивались и все такое. Далее. Probably у нас стоит сразу после is перед as old as. На самом деле is as old as – это как бы одно целое. Probably здесь могло вообще не стоять. Это «наверное». Здесь можно было бы иначе поступить и сказать «this suggests that sports may be as old, тоже было бы верно. Далее, as old as. Если дословно переводить, получается полная какая-то чушь. Это говорит нам о том, что спорт, вероятно, так стар, как существование людей. На самом деле, спорт существует столько же, сколько человечество. Вот что здесь имеется в виду. Existence можно не переводить. People можно заменить на humankind. Ну и, в общем, нужно знать, что если мы такое встречаем, особенно as old as, это столько же существует, сколько чего-то еще. Это не значит, что вот у этой фразы нет обходного маневра. Можно сказать exist as long as. Тоже правильно будет. Ну, почему бы и нет. Можно и как здесь. Далее. Это, it, это имеется в виду sports. То есть это вот это, чтобы не повторяться. Дальше надо фантазировать, потому что иначе получается опять полная чушь. Это полезный способ людей, использующих или увеличивающих их владение окружающей средой. О чем это вообще? Здесь не будет off переводиться и вообще не будет родительного вот этого падежа. Здесь будет это полезный способ, коим люди увеличивают или усиливают. Вот это increase можно было бы перевести как усиливать свое доминирование или свое господство в окружающей среде. Здесь имеется в виду овладение окружающей средой. То есть здесь не просто как господство, я там господин, вы все, вся природа мне слуги. Здесь имеется в виду, что мы осваиваем окружающую среду. И спорт это полезный способ осваивать окружающую среду, по большому счету. Of course, as we go further back in history, the lack of evidence makes this claim more difficult to support. Конечно, если мы углубимся дальше в историю, Недостаток свидетельств делает э, затруднительным доказать это. Go further back in history. Очень хорошая фраза. Углубиться в историю. Путешествовать назад в истории, во времени. Далее. The lack of evidence. Недостаток свидетельств. Или можно сказать недостаток доказательств, тоже правильно будет. Вот это лек, это недостаток. Далее, получается, опять же, делает это утверждение более трудным, чтобы доказать или поддержать. Тоже какая-то ерунда. Но, тем не менее, это у нас комплекс object. Вот у нас основной глагол. Вот у нас первое дополнение. А вот второе дополнение. Вот это modifical, оно относится к claim. Да, такое можно делать. Это его связанные слова.

до исторического пещерного изобразительного искусства в Африке, Франции и Австралии, некоторым из которых имеется в виду образцам искусства более 30 тысяч лет. Здесь тоже хитро, но если мы вспомним, что выражения, которые начинаются на the race, the ra никогда в жизни не переводятся сначала, потому что иначе мы попадаем в затруднительное положение. Здесь вот это many examples связано с вот этим, prehistoric cave art. Вот это одно целое. И off у нас относится к examples, а не к Африке и Австралии. А in France, Africa and Australia – это фраза, которой можно вообще пожертвовать. Поэтому, когда мы будем говорить, нам нужно начать с art и перевести его в первую очередь. Потом сказать, суще, ну, перевести как есть или существует, это уже кому что больше нравится. Далее много примеров до исторического пещерного искусства. А потом уже сказать Африку, Австралию и э, что там еще, и Францию. Вот таким вот образом. Ни в коем случае не надо переводить дословно. Почему дальше стоит тире? Ну потому что здесь вообще точку можно было бы поставить и не морочить голову. Но можно было бы поставить слово with with some of it и все такое. Теперь что такое it? It это art. Cave art, если уже на то пошло. Вот это it. Почему тогда it? Почему здесь же написано many examples? Да, many examples, но cave art посчитать нельзя. Examples посчитать можно, а cave art – искусство. Искусство неисчисляемое, поэтому здесь it. И далее 30 тысяч лет over – это более. То есть, им более 30 тысяч лет. The existence of art is evidence of there being leisure time available. Существование искусства доказывает, что э, тогда у людей было свободное время. Итак, existence of art – ясно. Is – тоже ясно. Evidence – доказательство доказывает, это я так красиво перевела, но на самом деле здесь доказательство. Доказательство кого чего. И вот все бы хорошо, но дальше вот это очень как-то странно и непонятно. З не переводим вообще, потому что это по сути то же самое the is, there are. Только после него стоит не is, после него стоит being. Можно ли так делать? Да, конечно, можно. Здесь главное слово вот это leisure time. Of относится к нему. То есть от of Связка идет сюда. На leisure time. Это самое главное. То есть доказательство свободного времени. Далее, available, вот это второе по значимости слова, то есть в наличии. И being могло бы стоять вот здесь, перед available. И можно было бы сказать эту фразу так. Evidence of leisure time, being available. И дальше, если нам очень сильно хочется, можно поставить the. Вот это the, которое мы здесь поставим, оно будет переводиться. То есть это там, там, ну, в пещерах или в то время, скажем так. Being available будет отвечать на вопрос какой? В наличии или существующий. Evidence здесь главное слово. Через of оно связано с leisure time и leisure time уже being available. Вот такая вот структура. Здесь эту структуру намеренно усложнили, но это экзаменационный текст, это на comprehensive reading, поэтому здесь специально, ну, скажем так, текст искусственно усложнен грамматически. Но это считается что вот мы должны это все понимать. Поэтому здесь оборот the is the rest сделан вот вот так в таком хитром виде. Можно было бы иначе это сказать. The existence of art is evidence of the fact that there was leisure time available. Тоже можно. Или there was slash time being available. Ну, это уже кому чего больше нравится. Едем дальше. It is therefore possible that there was some activity at these times resembling sport. Таким образом, возможно, что в те времена была некая, было некое занятие или некая активность, которая напоминала спорт. Напоминающая спорт, если уж дословно. Здесь Можно было бы сказать like sport. Но красивые слова никто не отменял. При этом учтем что здесь напоминающий, это не в смысле, что он нам напоминает о чем-то, что было еще раньше. Нет, это в смысле похожий. Имеем это в виду. Далее, опять The Was, поэтому черти как слова стоят, и нужно выбирать главное слово. Опять нужно начинать с Was. Значит, возможно, была некая активность, напоминающая спорт в те времена. То есть, at this time надо будет самым последним говорить или самым первым, как выход, в те времена была некая активность. Ну, окей, осилим еще один абзац. Когда британский исследователь капитан Кук впервые посетил Гавайские острова в 1778 году, он э, записал, э, что он видел, как э, местные жители э, серфили ну, на волнах катались на серфе. Итак, explorer, путешественник, исследователь, в общем, кому что больше нравится. Reported, сообщил, при этом надо понимать, что это 18 век, поэтому сообщить он мог только в журнале или в записном каком-то дневнике, что-нибудь такое. Вот так он сообщил, то есть сделал запись, по большому счету. И далее... Он видел, Здесь опять комплекс объект. Далее первый объект, вот он, the native people. И далее surfing, второй объект, это participle первый. Это вместо инфинитива. Почему стоит э, participle первый, почему нельзя было surf просто сказать? Мы же помним, что можно так вот. He saw the native people surf. Ну, тоже нормально. А потому что он не видел весь процесс он там где-то был и вот он видел там краем глаза где-то что они там катались на досках на волнах и он это отметил то есть весь процесс он не видел и всего факта он по-видимому даже и не знал что это такое поэтому здесь стоит uh, participle первый games activities подобным образом uh, коренные американцы играли в игры и занимались спортом до прихода европейцев в такие игры, как игры с мячом, такой спорт, как бег и другие атлетические виды спорта. Ну, кто смотрел «Апокалипса», все знают, какие виды спорта у них были. Значит, likewise, подобно, или подобным образом. Вот это очень хорошее выражение. Можно по-другому сказать in the same way. Всегда пожалуйста. Можно всегда усложнить себе жизнь. Далее. Играли в игры. И здесь обращаем внимание, как интересно. Played у нас относится сразу к двум вещам. К этой и к этой. То есть play sports тоже можно говорить. Play games можно говорить и play sports можно говорить. Почему? Потому что спорт считался всегда досугом. Это игра, по сути. В ней есть правила, даже если это ну, не традиционная игра там, в мяч или еще какая. Далее, значит, обращаем внимание, что спорт здесь уже во множественном числе. Почему до этого было в единственном? Потому что до этого речь шла об абстрактном понятии, а здесь уже имеется в виду конкретные виды спорта, и дальше они перечисляются. И далее, such as такие как ball games, игры с мячом или игры в мяч, running, но ну, здесь в принципе все ясно. Athletic activities, атлетика, можно и так это переводить. The ancient Mayan and Aztec civilizations played ball games in course of a type that is still used today. Древние майя и ацтеки играли в мяч на кортах в том виде, в каком до сих пор в него играют. Значит, on courts. это на кортах, но здесь нужно понимать, что court, если мы посмотрим в словаре, то это двор, Причем двор закрытый. От этого royal court – королевский двор, он закрытый со всех сторон, чтобы никто не пялился на королевский двор. Далее, корт как суд, опять же, в закрытом дворе происходит судебное разбирательство, это все одно и то же слово. И это место для игры, закрытое место для игры, где обычно играют в мячик. И далее, корты какие? Такого типа, как и сейчас используются для игры сегодня. Я, по-моему, неправильно, кстати, перевела. Здесь должно быть корты того типа, на которых до сих пор играют. Z – это Witch на самом деле. Z – это Type, тип, который… Все еще используется. It is reasonable to assume from this uh, and other historical sources that sport dates back to the beginnings of mankind itself. Разумно uh, предположить uh, из этого и других исторических источников, uh, что uh, спорт uh, начинается вместе с началом человечества, как такового. Итак, historical sources – исторические источники. Uh, далее, assume – предполагать. От этого слова assumption есть. Можно ли было здесь поставить слово think? Конечно, можно. И believe можно было бы поставить, и consider можно было бы поставить. Но assume здесь звучит намного лучше, потому что это не просто думать, это полагать. То есть в каком-то смысле это гипотеза немножко. Это не совсем стопроцентная гарантия. Далее, sport dates back. Уходит корнями в глубокое прошлое или происходит из глубокого прошлого. Можно не обязательно глубокого, но здесь в контексте. И далее конкретика уже куда? До начала, до истоков человечества. Вот это истоки. Вот такой вот текст. Здесь я остановлюсь. Это первая часть. Текст забористый, интересный. По грамматике очень много всего интересного здесь. Обязательно будет вторая часть. Скриншот, ссылка, точнее, на скриншот в описании видео. Ссылка на плейлист по этой книге также в описании видео. Если вам надоели такие тексты, вы хотите интересного чего-нибудь, добро пожаловать на мой Patreon. Там много интересного. И разбор примерно в том же духе, как здесь. Только тематика более взрослая так продолжение следует спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал.